Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 ноября 2017 года, и сегодня открывается в Анапе новый магазин CityLink, и мы с Наташей идем на его открытие. Там будут все дешево продавать первым покупателям, еще и подарки тем, кто купит на сумму более 1000 рублей. Так, а вот нас приглашают в этот магазин. Подарки будут? Машет головой, значит, будут. Музыка звучит. И вот он здесь расположен. Настроение получить подарок от Алены Матан. Да не просто получить, а самостоятельно выбрав его. Здравствуйте. Такой маленький. Карта памяти на 32. Ну и все. Кроме вот того, что здесь нет больше, да, никаких товаров. Просто. Ну ясно. Так, сейчас оплачиваю покупку. Да. Не, в смысле это сам пакет, не надо это. Все улыбаются. Да, все, хорошо, спасибо. Так, а это подарки, которые предлагаются. Вы готовы, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Какую группу заберем? Что берем? Нет, это было просто. Мы завтра еще придем, что-нибудь. Мы выбрали мельницу. А вам? Я только что Спасибо. До свидания. Больше опасно подождать. Разыгрывать мы будем, скорее всего, электропили. Ну, вот и все. Покупки сделаны. Значит, я купил карту памяти 32 гигабайта мини. А, купил что еще-то? Гарнитуру? Ну, гарнитуру, да, гарнитуру беспроводную. И ну что еще-то? Ну, посмотри в пакет. Ну, ты что, не помнишь? Нет. В общем, в подарок дали мельницу. Ну, вернее, не дали, а мы выбрали. Я вспомнил. Это пауэрбанк на 7000 микроампер. Вот это моя третья покупка. Вернее, вторая. Дополнительно я взял просто гарнитуру беспроводную, чтобы сумма покупки вышла более 1000 рублей. И вот получил подарок, да. Ну, выбрали подарок. Сначала с Наташей хотели сковороду, вот, но остановились на мельнице. Она говорит, все равно за деньги она бы ее не покупала, а за подарок сойдет. Ну, а в Анапе сегодня тепло, даже жарко, пальмы растут. А вот фонтан не работает. А вот фонтан не работает. Фонтан работал вчера. Кому понравилось это видео, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всего вам доброго, такого же солнечного дня и настроения, как вот у меня сегодня. И голубого чистого неба.